Человек 10, когда Т5 оденется, в принципе, тогда можно будет травить топ-пати. И то, может, с другой гильдии брать будем. Пойдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Кормак, пронзающий Биви. Бой, герои! Мистерию дам. Войд на замену дашь пати. Как же раньше без ордонов не хилили? Блять, так сложно. Ну, это сложно очень будет. Очень сложно. Бог, у нас человек до сих пор со снобольдами бегает. На смерть ВВК. Бог, успели. Вообще я в хаплисте, ну ладно. А я не успел. Вообще-то не все. Ну чё, БР надо давать?
Лужу отводи. Лужу отводи. Опа, здорово. Что такое? Да это бред. К нему не подойти. О, а где он? Только РДД. Да мы перса будет, мы не убьем. Вообще физически не успеем. Вообще жесть, пока полста не убила от метки дыхания. Героев минуты молчания. Как дела? Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Вот не в шипе или в хиле, а то я в группе сижу ЗДшников. Окей. Пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий Биви. Бой, герой!
Микстурка неплохо. Так бежал же ж. Супер. Да. У него другого места. Нет. Угу. На пациве. А время есть? Хорош. Секунды. Арабская сальта. О, ладждан красав. Там еще оговорка, на кого бежит, он череп кидается на человека. Это, может быть, они просто не знают, на кого бежит он. Запускать? Спекайтесь, кто-то в ДД один. Микстурыч. А, точно, я в ДД, давайте. Тогда кто-то в ДД. Чтобы спекнуться в ДД, мне нужно пойти перебивать усилки, перебивать пилот. Кто такой воет? Ничтожный гном. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Жрацус, эританский повелитель Бланинского легиона! Говорит, на пульте босса.
Да, уже сняли. Благодарю. Ты лучше скажи, что с тобой сегодня, Шреддер не с танки сейчас. Ты говоришь, Шреддер вхожу. Сегодня я ваш Шреддер. Ой, ты не вытвался сегодня или что? Ума-тума. ДК зелёнкой скипает. Красавчик. Убери тотема, шаман. К счастью, вы победили демона. Это дети с правой стороны, все. Новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Ты расстроен, да, я смотрю. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Привет. Дальше закрывать или что? Чудовище вы закрываете или че? Место есть что? А. Не Ван Холика, что ли?
ГП. Да це мази сполдай. Забоялся, убежал. Давайте мага сольем. Так что ты же робот. Это компьютер. И у меня людей всегда. Ты видал, как ДК у нас притянули? Это был я. Мария Фова дают сопритя, что вообще жив. Поварился. А сейчас еще диспел будет. Вообще. Они так не делают. Смотри, пытку сбили. Смерч! Смерч! Просто сыграно с чем. Шарпис, ты по приколу стоишь тут, агришь на всех мувов. Коневой мой. Трусы тянул туда вот. Я бабки накидываю. Как сказал-то? Извинись.
умоляй. Прошу. Как-то неубедительно. Да, я не верю. А еще что хочешь? Пит в зубах? Слушай, я тебе, по-моему, ты не ту игру выбрал, по-моему, не? Кстати, есть какой-то сервак на 3 спека прокачивайся. Там можешь создать себе протовара с двумя топорами. Ну вообще, такой глупый сервак, жесть просто. Ни о чем. Да, есть такие глупые сервы, я не спорю. Ну, всегда, знаешь, раньше мечта была, чтобы у тебя у одного там, хотя бы два спека, не два спека, а... Тотем убери, шаман. Две ветки, было бы жесть просто. Гласи, давай я половлю, может. Ой, то ути же лучшая дрочек, молись, паладин. Сейчас сорвет маг. Там он маг и еще кто-нибудь сорвет. Сам сорвешь. Я буду ретаунтить будем. Ну ладно, ладно. У тебя возьми белую. Будешь все белые ловить, понял? Где я? Я постою. Только под белой аурой, если хочешь ловить. Так Виби уже встал. Войд, на щите пусть шаман даст Геру, потому что последний босс еще час до следующего рейда, почему бы и не дать? Да не надо, РДД апнется. Дал пружинку. Ха-ха-ха.
Надо было после смерти выбить сразу же. Я побежал, почти успел. Бывает. Я забрал немного. Хилов сколько в рейде? Какой щит? Вы это не поспи. Да-да, то есть у него это вообще берем моба, стакаем под моба. Шредер такой. Моба стакаем. И не вынести. Как он сказал, берем, говорит, босса, ставим под босса. Да, берем босса. Мы толпы такая сразу, блядь, крыша съезжает, думает, какого босса, блядь, под какого босса. Чулан, хороший товар подогнал просто. Че у вас дальше, расход, да? Вы же не едете на вам? Нет. Только ЕБ дадут, погоди. Ой, сколько дать ЕП я кину им? А ты разраливать. Окей. Давай. Ой, у нас есть еще падает. Почти час, может быть, с трайнем, нет? Просто хотя бы раз. А ну бы? Ну, час еще до следующего РТ. Блядь, кто это сказал про Ануба? Время есть. Суманика, сука. Таблица ЕП зарыта. Я с удовольствием пойду. А, понял. Войд, продай сферки. Рин, сейчас увидишь, почему мы его не бьем. Ну а там что-то с мобами, да, осталось, типа раздвоить, еще что-то, три танка, да, из-за этого? Ну да, не только из-за этого. Самое сложное, это челы не понимают, как надо бегать на зарывание. Что нужно делать? Они встают на сферке, а их всего 6. В противоположную сторону, правильно? Синдоры. Я их озвучил, кстати. Виби — это тринкет, который стоит там 20 тысяч голды на аут. Остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Стой, дай мне плащ на третий спек. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов. Потому что какой-то шаман написал в рейде, кто не хочет траить или вайть. Вот он и ливнул. Я бы, честно говоря, траил, но не с этим рейдом бы тоже. А чё, ничего сложного, уже с одного конца в другой конец даёте. Ну да, всё. Элементарно. Сейчас посмотрим, как танки 60 хп будут складываться. Тут единственная проблема, на третьей фазе, когда жуки выходят, могут положить рейд. Там слишком АУЕ много, да? Давай в другой раз, ласт.
когда Турбо там будет, царь, вот это вот, можно еще попробовать. Даже не квитхаст. Вот опять обманул. Что-то ты быстро разрулил, блядь. Чекнуть не успел пояс. Да, и грудь кожаную. Да, да. Да, сейчас, ну пока ролим, чё, сейчас я дам обмен, если никому вот шмотка не. Войт, сферки продай, пожалуйста. Или потом, или сейчас. СВК шмоточку. А, ну у меня забагался трейд. Потом кинешь в этот, в ГБ. А, так что, 40 минут отдыха, да, типа? А я закину в ГБ денежку. Не особо. Че? В этом рейде не особо хочу. Турбо на твинке, винар на твинке, путаница ФДК и так далее. Есть смысл? Нет. Да, может просто людям зайти на мейнов, да и все. Ну что у нас тут 30-40 минут, мы 2-3...